Вперше за 3 роки, 9 грудня, пройде зустріч лідерів країн учасниць нормандського формату 2019. В Парижі до Еммануеля Макрона приїдуть Ангела Меркель, Володимир Путін і Володимир Зеленський. Президент України напередодні заявив, що має намір на нормандському саміті обговорити терміни повернення східного кордону під контроль України. Серед інших питань, які Володимир Зеленський планує підняти – проведення обміну всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань з території окупованих агресором східних областей та проведення місцевих виборів. Журналісти дізнавалися, як ставляться мешканці Краматорська до майбутньої зустрічі глав чотирьох держав. А зараз у нас йде війна вже 5 років, тому говорити про те, що любой шаг к миру я приветствую. Очень хочется хорошего. Хорошее прекращение войны. Самое лучшее, да. И для нас, и для наших детей и внуков. О чем вы спрашиваете? Каждому человеку хочется мира, стабильности. Пенсионеру хочется не выживать, а жить. И путешествовать, как в Европе пенсионеры. Ну, думаем, что если столько стран встречается, значит, будет какая-то польза для Украины и для всего мира. Я хочу, чтобы война закончилась. Благополучие мира и чтобы все было хорошо. Ну, а что? Ну, за войну что и решаем вопрос. Ну, значит, война, чтобы закончилась. Пусть решают. Да ничем, как обычно. Нет. Ну, потому что наши отношения совсем настроены не на то, чтобы решать какой-то вопрос. Я вас умоляю. Мира. Хотелось бы мира. Я хочу, чтобы она закончилась хорошо. Хочу верить. Президент, я думаю, должен справиться. Зато для того он и президент, чтобы справился. А результаты встречи, ну, здесь сложно судить. Есть такое выражение, когда мы сидим в подвале, трудно рассуждать, что творится на крыше. Поэтому я вот так бы ответил. Победой. Я надеюсь, что она закончится очень положительно. Если ему никто не будет мешать, то, думаю, да. Грамотный президент у нас. Я думаю, первая встреча не завершится. Я думаю, придется еще компромисс находить какой-то. Это, конечно, тяжело. Ну, я думаю, постарается. Все будет благополучно.